Услугу по назначению инвалидом боевых действий ежегодной субсидии теперь можно оформить в электронном виде на региональном сайте госуслуг. Необходимо подать заявление по ссылке, а также приложить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о праве на льготы или удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение инвалида о праве на льготы, а также справку о ранении.